Голубой и синий. Белильца, голубильца, синица. Просто будет несколько более сложный цвет, чем просто синий или просто голубой. Полностью избавиться от белого. Количество краски такое, чтобы мастихину было что придавить. Хорошо? Да. Давай так. Весь прям. Весь, да. Где небо? Там, где небо. Для этого формата нет. А там, где небо, придавишь. Придавишь. Так, и нашвыряем теперь низ. Плюс коричневизна, и вот цвет низа. Синева, чуть-чуть коричневизны, цвет низа состоится. Плюс оранжевизна, и вот тудаль немножко взбодришь более нарядным цветом. То есть глухой немножко, грязноватый цвет, да? Да. Нашвыряешь. Чуть-чуть поднимешь деревца. Синий, розовый. Будет цвет снега в тени. И ты видишь, он вполне смахивает. Плюс грязца вот это. Коричневатая, все вместе дадут богатость цвета и при этом теневость. Лежачая кисть, торчачий характер укладок, вот он. То же самое, мы единственное, что вот это дерево пока не рисуем, потом пририсуем, когда сделаем небо вполне. Вот они деревца там какие-то, вот они, накидаешь. Вот они. Очерчивающие передний план. Да, все вот этой грязноватой цветовой истории. Потом ты возьмешь мастихин и определишься, где у тебя светлая площадочка дальнего плана. Светлый мысичек среднего плана. Светлые проявления переднего плана. И уже в эту среду будешь синий, розовый, фиолетовый цвет укладывать вот такими укладками, раздавленными укладками. То есть кладешь вещество краски и раздавливаешь. Выглядеть будет вполне снежно. Раздавленная красочка вот так. Вот так раздавленная. Смотри, нет, это не слои, просто это уплотнение. Вот он, снег. Но этот белый ни чуть-чуть не будет спорить с белым в небе. Самый белый в небе. Поэтому для неба ты возьмешь красноту разбеленную, чуть-чуть в меньшей степени желтоту, и в этом месте штрихованием отделишь облака от голубого неба. Вот такое выштриховывание. Распределительное. Дальше пойдешь наверх. Раздашь вот эти островочки. Вот эти островочки. Вот эти островочки раздашь. Потом все это придавишь до мглистости. Есть там мглистость, да? Да. Вот до такой мглистости. И уже потом возьмешь белило, розовило, желтило
и густо начнешь укладывать светлые партии и раздавливать. Укладывать и раздавливать. Раздавленные белила звучат сиятельно. Часть будешь укладывать, придавливать аккуратно, так чтобы не нарушить вот эту рыхлятину. Хорошо? Ну, такая задача сложная. Ну, видишь, столько последовательностей. Так, сначала пока укладывать здесь. Оранжевик. Нет? Да. Это? Да. Вот такой давай. О, смотри, как сразу. Смотри, как сразу закатненько стало. Да. Идея мутного, глуховатого пятна. Глуховатого здесь плюс сининочка, глуховатое пятно, смотри, вот такое глухое. Ага, ничего. А там чуть светловатое. Глухое пятно, мутное пятно. Здесь похоже на, вот на то, что... Да. Смотри, даже туман, да, появился? Да. А вот это? Понятно, да. Что вот это. Возьмем синенький, возьмем чуть-чуть розовенького. Раздавленно. Снег? Отсекательно. Береговая? Да. То есть надо здесь потренировать вот такую укладку, mm-hmm. потренировать ее, почувствовать. Потом к берегу. А потом к берегу лезть, правильно. Почувствовать. И вот так уложить. Причем, смотри, идея уползающей змейки. Слыхал такую мысль, да? Да. Вот даже этот пустячок, он все равно создает идею уползающей змейки. Можно выставить его чуть-чуть еще, чтобы он еще больше создавал идею уползающей. И раздавленная, да? Смотри, как плотно лег снег. Ну, дай еще немножко сейчас. Это такие красоты. Ты смотри. И туман тебе тут. И травы у берега. Да, все, что хочешь. По-легкому. Так. Темнотики. Коричневый, голубой, красный.
Смотри, какой легкий у нас, какая у нас легкая задача. Чего ты такой легкой задачей взял? Вообще зимние пейзажи очень легко пишутся. Смотри, как бы появились опорные точечки темного, да? Смотри, смотри. И немножко неба, да, немножко деревьев и сказочки конец. Ну давай, все пробовать. Они здесь совсем лежат. Они же все немножечко поднимаются туда, вот эта плоскость. Вся чуть-чуть туда устремлена, да? Я думала, неправильно исправила. Вот здесь подрисовала. Нормально, здесь. Нормально. Ой, хорошо. Вот. Угу. Мы теперь много этого накидаем. Облаков. Деревья создадим облака. Условия. Деревья заслонят облака. По логике вещей, правда? Да. Чистые белила. Сейчас, сейчас. Ага. А это ты надолго. Панечка, сделаешь мне? Часто вот в небе, кстати, бывает вот такое настроение, да? Таких дырчатое. Так, сейчас возьмем какое-нибудь вот такое-нибудь.
Есть там такое, да? Да. Чуть по макушечкам. То есть, по идее, какое сложное пятно, да? Но если выбрать правильную тактику исполнения, оно не только не такое сложное, но еще и получится очень красивое. Красота? Да. Лоскутки, лоскутки. Раздавленность уже деликатная. То есть если вот грубый набор крупных пятен мы сделали аж вот так, то сейчас уже с деликатностью. Смотрим, в какую меру придавить. Логично? Вот оно, вот оно. Смотрим, в какую меру попридавить. То есть уже не так огульно. Смотрим, в какую меру попридавить. Звучный кусок, да? Ого. Смотри, эти, ага, ультрамаринчик. Да. Этим же ультрамаринчиком я уже нашел. А, это голубая подсолка. Блин, а что ж такое? Подсолка. А куда мне подсолка? Что-то на том месте, где должен быть. Ну, так вот, ужал. Снег синит. Он отражает небо и синит. Смотри, смотри, что делаете. Какой-то тряпки. Ну, уголочком тряпки нашел себе там позицию. Вкусненько? Очень. Молодец.
Так, и веточки. Тенечка от деревца внизу, и которая его приземляет сразу. Какой-то там кустичек какой-то. Оно, да? Значит, поковыряешься с этими, вот здесь еще тоже кое-что можно. Поковыряешься еще вот с этими ребятами, вот такие им полутона подбросишь. Угу. И тоже попридавишь. Вот. И у нас с тобой свет на вот той дальней площадочке. Такая засвеченность, то есть я убираю сейчас стволы, на их месте поселится засвеченность туманная. Чуть-чуть ледок на воде горизонтально выражен. Смотри, горизонтально выражен ледок. Белый? Нет, не белый. Такое немножко цветное. Тоже ледок. У входа в воду начинает формироваться ледочек. Кисть почти пустая, поэтому позволяла укладывать, только сбивать как бы резьбу. Ну давай. Хорошие, это очень класс, хорошие. Дело, да. Идеальные звуки. Ну, только что я мучился и звук не прислал. Так. Посмотрите, пожалуйста, здесь. Я здесь неудачно. Не вижу неудачно. Вот это мне не получилось. Да. Как попало? Единственное, что я подсматриваю, как, каким местом она готова делать красивый следок. Именно красивый следок. И просто. Смотри, сознательно сделал целое ребро. Видишь? Именно вот ребро вынуждает становиться веткой, облепленной, ну, всем, чем там облеплено.
Привет. Вот это очень невыгодная кисть. И девочки выбирают кисти, похожие на кисти для косметики. А они не подходят для многих задач. То есть у этой кисти жесткий ворс. Довольно длинный и жесткий. И эта жесткость нам нужна. Эта кисть болтается сейчас. Там два дерева одинаково склонились, одинаковый уклон имеют. Нам это не очень выгодно, правда? Пусть они чуть-чуть имеют разницу. От источника света сюда метнулась теневая. Невыгодно нам два худосочных дерева. Одно будет потолще, другое потоньше. Смотри, как небо сразу стало уместным. Сидит себе там, никому не мешает. Вот эти все так и не сделала, да? Которые я тебе предлагал сделать. Сидела, пытается себе что-то. Привет. А сейчас узнаем. Это заснеженные ветки, чью светлость мы чуть-чуть различаем. Чуть-чуть. Это не значит, что у нас все теперь станет таким. Но у нас же здесь все заснежено, все в инии. Чуть-чуть мы видим вот эти вот. Прикольно? Прикольно. Так, ну что, подбросим еще этих перчалочек. Так оно обычно. Чего не восхищаешься? Не красиво?
не очень. Да? Извините. Посмотри, какие винии все. Вот это вот дерево здесь. Помощь. И чуть-чуть разрежем то, что мы положили. Нормалек? А что ты не нарисовала стволы? Ты здесь туман. Так подожди, нет, стволы дорисовать. Мы туман убрали, вернее, стволы убрали на время тумана. Я здесь не знаком с деревом. Вот так, вот так. Как там было? Только добавить. Что, мне нравятся тебе такие? Спасибо. Ну, ты говоришь, не лучше. Так, немножко вот этот светичек мигнул вот в этом пространстве. Что-то такое, да? Да. Это вдали у нас туман, а вблизи у нас нет тумана. У нас достаточно различимые моментики. Да? Стволы надо дорисовать? Да, 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 да. Давай. Не до, не дозвучат. Чуть-чуть активнее, правда? И там на картинке тоже. Чуть-чуть активнее. Когда мы стволики ставим, мы обязательно должны их приземлить. Что-нибудь под стволом или собственная тень, или травки должны их приземлить. Согласна? Так они вообще не случились. Но приземлить они должны приземлиться? Да. Потому что без приземления они не могут получиться. Минимум приземлить. Минимум приземлить. Здесь делают тени. Ага. Чуть мощнее. Снежочек. Пусть? Конечно. Кого?
А что это? Вот здесь. Так а что это? Ты зрителю о чем говоришь? Вот именно. Ни о чем. Мало ли что там блестит. Надо же объясниться. Полохи, да, этого светика, которые здесь, чуть-чуть мерцают и там. Чуть-чуть мерцает. И даже если на фотографии это почти неразличимо, мы же понимаем, что источник света бьет по этому месту и должен какой-то следочек оставить. Почему часто живопись отличается от фотографии? Вот, например, на фотографии у нас с тобой этого нет, да? А мы-то знаем, что должно быть. Или нам это выгодно, чтобы оно было. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А здесь-то что с деревьями? Ничего с деревьями, надо ничего там. Только они у тебя взлетели, они должны приземлиться. Ну то-то, туман. Чуть и на той площадке свет. И вот и красота. Да. А где туман? Вот он. Это туман. Если захочешь потом еще на тумане, по-сухому, когда полностью все просохло, недельки через две, взяла, замешала туман. Вот такой цвет, вот такой цвет. И вот здесь на маслице, ну, например, маслом протерла, и на маслице так. И у тебя будет дым. Сейчас на какой-нибудь сухой картинке покажу тебе. Смотри. А, ну вот, представь себе, что это высохший холст. Вот так, вот так, вот так надымишь. Понимаешь? И все.